Всем привет, я Бобби. В прошлый раз бурчала-ворчала, и здесь ходила и говорила, что теперь орхидеи со скидкой 50%. И вуаля, нам вернули прежнюю оценку. В смысле, прежнюю цену на оценке. Смотрите, вот так теперь все солидно, серьезно, опечатано. Ай, опечатано-то опечатано, но корни убили. Помните, какие они были хорошенькие? Чуть бы раньше. Теперь их прям спасать-спасать надо. Они в керамике, но... Очень-очень жалко. Этот кто-то выдернул, трогать не будем. Еще один. Тоже, так понимаю, без корней. В общем, опечатанные сингала. Совсем практически без корней. Прям коротенькое видео, а вечером будет обзор витрины. Хорошо разобрали, я вижу, бульбовые. Цена, кстати, отличная. Камбрий микс. И вон еще жирненькая такая стоит на краешке, смотрите. Прям манящая. Цена замечательная. И... стоят цимбы, они так хотят жить. Кто умеет, кто нашел общий язык с цимбидиумом? Есть вот такие с большими бульбами, есть бульбочки поменьше. Так, а цена — ростики, ростики кругом. Света здесь им достаточно. Главное не заливать, я смотрю, опечатано. Поливают очень уж обильно, старательно. Не знаю кто. Но сейчас вышла на работу Оля. Я сначала обзор сняла, потом зашла на оценку. Думаю, все будет хорошо. Тоже не безнадежный фаленопсис. Все, вот все, что есть на оценке у нас в Бобби. Оценка вернулась на круги своя, 70% до вечера.